Сменил я, поставил 30, кажется, 28 пропеллеры, которые последние я покупал. Кстати, я проводил обзор, тут они хитрые. Так вот, сменил я пропеллеры. Ну, батарейку, естественно, поменял. Сейчас попробуем, как будет этот летать. Ну, в тех же примерно режимах, при тех же обстоятельствах, и по шумности проверю. Так что, можно сказать, поехали. Вторая часть, или четвертая часть марлезонского балета. Потихонечку, помаленечку, горизонт включил. Так, время минута 21. Что-то, кажется, он не сбрасывает в ноль. Надо будет посмотреть, наверное, где-то что-то я не то настроил. Да не сбрасывает. Ну все, тогда полетели. Ну шумит что-то такая же. Так же шумит. Ладно, пролечу туда, где я на расстоянии. Тихо. А то эти черти куда. Надо настраивать на один и тот же тумблер переключение мощности. А то мне на одном на том тумблер, другом на другом надо поменять на ВДшке, где мощность переключать, иначе я начинаю путаться. Ну что, я бы сказал, по шумности чуть-чуть тише. Вот немножечко. Чтобы как-то существенно я не заметил. Ну. Ну это как будто бы побольше нету. Так можно и в дерево въехаться. А на березу лезть уже не тот возраст, чтобы лазить по березам. Хотя еще 5 лет назад по тополям лазил и по березам лазил. Самолеты снимал. Было дело. Да, что-то ветерок поднялся. Поехали по дороге. Да-да. Тише, тише. Все-таки лопухи шумят сильнее. Так что тише. Тише мыши, кот на крыше. Нету, конечно. Того шума нету. И того непонятного хлопания ушами. Вот только что я примерно такую же ситуацию создал, как и было при тех лопухах. Не, все нормально. Ну да, это не пятерка, он легенький, поэтому, как говорится, заниматься синематиком нечего на нем.
На нем выпендриваться можно. Ну, не свободно, но, во всяком случае, я уже более-менее уверенно себя чувствую в полетах. Хорошо он летит. И все-таки, кажется, да, лопухи можно, конечно, на нем немножечко вот так посинематить, на этих лопухах обрезанных. А уже касается покрутить какие-нибудь фигурки, это уже немножко напряжно. А вот что касается ролла, мне такое ощущение, что не то что ощущение, мне кажется, даже газ сбрасывать нечего. Не успевает он приземлиться. А вот когда газ сбрасываешь, то он получается куда-то пытается умотать. Газ что-то подмигивает. А нет, перестал. Ну, нормально, нормально. Да, кстати, еще надо определенный, чтобы был газ. Если маленький газ, то и крутит хреновенько. Что-то я задумался, посмотрел, ток какой-то, что-то побольше стал. Надо будет сравнить потом. Так, 3,6, все, не буду я его ниже сажать. Ну, в общей сложности где-то 6 минут я полетал. Так. Не, пробы хорошие, но падать нежелательно. Когда падаешь, они немножечко подгибаются и потом немножко по-другому работают. Так что лучше все-таки не падать. Так, ладно, все, полетели домой. Вот так. Подведем итог моих полетушек сегодня на данном квадрокоптере. Значит, в целом полет удался. Выводы сделаем, чтобы меньше падать. Потому что когда падаешь, я уже, кажется, в процессе полета говорил, что немножечко пропы загибаются. Загибаются, и потом немножечко они не так, как надо, работают. Так что желательно не делать эти лишние падения. А так в целом все нормально. Кое-что я уже усвоил по поводу всех этих флипов роллов. Так что будем нарабатывать. Будем учиться и нарабатывать опыт. Все нормально. Так что с вас подписка. Палец вверх, палец вниз. Всем мира, добра, здоровья. До новых встреч на моем канале.